אלתר רבי, когда он появился в этом мире, с самого начала знали уже его отец и мать, знали, понятно, Балшемпа знал. Но не все это знали. Балшемпа знал заранее, что должна опуститься душа, великая душа, новая душа. Значит, новая душа, наши души, они не новые души, они уже были в этом мире. Мы уже были в этом мире. Были, и наверняка мы все вместе встречались уже в этом мире, и нас опустили сюда, кто знает, какой раз, может быть второй раз, а может быть 20-й или 200-й, много раз. Но когда мы опускаемся, если мы поправляем все, что было раньше, что мы там не заделали, или Бог весь, может быть, грешились, то нас опускают в этот мир, это один из вариантов, это очень почти что все проходят это. Для того, чтобы мы поправили то, что мы испортили в предыдущей жизни. А если мы не поправляем, Боже упаси, да еще случается не то, что не поправляем, мы еще добавляем то, что не надо, то потом опускают нас туда еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот так это идет. Пока мы не исправляем все. Так это все наши души. Иногда случается в наших последних временах, случается, что опускается новая душа. Значит, душа, которой в этом мире еще не было. И вот душа Балшем этого от первого рэбы, она была душа новая. И понятно, это сообщили Балшем, он был праведник мира сего. Ему сообщили про это. Он знал, что это душа, великая душа. И поэтому, когда у него был его день рождения, к нему приехал его хосид, это был отец Алтер Рэбы. Он приехал вместе со своей супругой, Славинцем. Они приехали, чтобы просить у Балшемского броху, потому что у них уже прошло 10 месяцев после свадьбы, и еще не было признаков на детей. Она еще не зачала. Так они приехали к Балшемскому просить броху на детей. И получилось так, что они еще прежде, чем они зашли к Балшемскому, это было Хай Элу, 18 числа месяца Элу. И они 18 числа родился Балшемпа. 18 числа родился. Во время день рождения, в это время Балшемпа сделал подбрендер своими руками и 12 дней Рош ха-Шана. В то время